Всем привет, дорогие друзья, с вами Афай, у нас по-прежнему 18 декабря, и Valve выкатили очередное обновление Доты. Буквально час назад выкатил видос, где рассказал о баге с Вомбрейсом, кто не видел, посмотрите, и, в общем-то, его у нас наконец-таки пофиксили. Перед этим не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе всего самого интересного и актуального, и также ставить лайки. Вот, соответственно, та заветная строчка, у Вомбрейса был удален атрибут, и теперь нельзя его обузить, покупать неограниченное количество с нулевой минуты, теперь все работает корректно, и можно со спокойной душой запускать катку и начинать играть в доту. В принципе, это все, что могу рассказать. Еще могу сказать, что обновление весило около 60 мегабайт. На этом все, всем удачи и всем пока.